В Чебоксарах завершается осенняя уборка территории от мусора и листьев. Подходит к концу и плановый ямочный ремонт дорог столицы. До первого снега все работы должны завершить, отметили сегодня в администрации города. Серьезная задача стоит перед образовательными учреждениями и правоохранительными органами. Профилактическая работа среди подростков должна выйти на новый уровень. По итогам 9 месяцев уровень преступности среди школьников по сравнению с прошлым годом в целом снизился. Однако есть ряд школ, которые находятся в зоне риска. Сегодня на внутришкольном учете стоит более 500 несовершеннолетних, более 300 в районных комиссиях по делам несовершеннолетних. Все они очень нуждаются в психологическом сопровождении специалистов. В свете последних событий, печальных, трагических, которые произошли в городе Керчи, что производится сейчас в нашем городе по нашим учебным заведениям? На сегодняшний момент усилены меры безопасности в детских садах и школах, усилен пропускной режим, таким образом для того, чтобы не было прохода на наше образовательное учреждение. Кроме того, выявлено в результате прошлой недели ряд недостатков по некоторым образовательным учреждениям, были приняты меры, в том числе и дисциплинарного воздействия на, скажем так, администрацию образовательных учреждений, чтобы был усилен контроль. Это только начало большой работы. Уже на этой неделе вопросы безопасности обсудят на городском совещании совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами.